Значит, а тут много Кузьмин, там, еще там где-то Борис Николаевич. Ну, конечно. Конкуренты. Ну ладно. То есть вас я не беру график на отпуск, потому что вы... Да, вы дайте мне эту бумажку, я сейчас самый бланк, да, я заполню. Да, так вы же идете по графику до конца. Ну вот я иду раньше. Ну пожалуйста. Какого там возврат у нас идет? У нас возврат идет 29-го. 29-го, да? Да. У меня с 20-го, вот у меня раньше за тот год. Пожалуйста, ну пожалуйста, ради бога. Пишите. За тот год у меня не было. Да, на Сашу. Как дела? Конечно, отлично. Нормально. Нормально. Ключ от стоечки, там такой специальный ключик есть. Ну, обрубать не хотим этот кабель. Ну, сделай перерыв, подожди немножко. Нет, ты меня уже снимал. Да, я снимал. Я прямо не взял. Нет, все нормально. Весит нас там. Там типа трубочки какой-то, да. Он только вот раздолбан. Только раздолбан. Потому что обрубать нам жалко, провода хорошие, большие, а его нет сегодня. Надо, мы хотели. Ну да, завтра уж потерпите. Ну, спасибо. Все. Поехал. Горит. Горит, конечно. Все. Да, можно у тебя наступать? Да, зачем наступать? Руку главное, что видно, что человек работал. Вытаскивает станок СВМ 1F4. Все видно, и глаза, все видно. Ну, спасибо, все. А, хорошо. Там хоть записи нет? Звуковых? Есть, конечно, тоже. Да? Конечно. Все есть. Вы, Олег Николаевич, можете прямо говорить, что хотите, потому что она все равно пишет, это вообще, честно говоря, что вы говорите, она пишет. Ну, буду говорить про свой предмет, который вот сейчас имеет новое направление, связанное с... Да, я слушаю. Связанное с программированием в трехмерном пространстве. А что у вас за дисциплина? Вы что, новая дисциплина, что ли? Новая дисциплина. Да? Значит, одно построение программных модулей. Угу. Вторая дисциплина — механизация, автоматизация производственных процессов. Это ближе вот к станкам. Третья дисциплина — новые технологии. Приборы машиностроения с такой перспективной дисциплиной, предмет, который вот нацелен на перспективу развития. Да. И третье — технические средства автоматизации, проходят станки, роботы, оснастка. Да. Это для дневников, да? Для дневников это все. А вечерним вот сейчас пошла новая группа по саппорт и менеджмент в саппорт. Как-то так не очень здорово звучит. Но я там все равно читаю программирование роботов, программирование систем в составе линии участков ГПС. Вот это что-то такое будет. Первая апробация новой дисциплины вечерников. Это случайная разовая группа, которая вот сейчас пришла и от вычислительной техники. И повторение, видимо, не будет. Соболев там читает бизнес-план для них. Ну и вот бухгалтерский учет, проблема для Фролова — найти, кто будет читать. Ясно. А так все идет. Остальное по-старому. Ну вот кусочек нам и хватит. Около 4. Уже за 8 пошло. Да. Когда? Сейчас? Да. Как за 8? 10 минут 8, на 8. 10 минут 8? Да. Давай. Надо все погулять, ребят. Давайте. Да, 8 сейчас. Да, поэтому у нас и не получается. Отдохнем завтра, может быть, у нас со свежей головой. Да, со свежей головой. 157-я аудитория. 157-я аудитория. Это шестая. Шестая? Шестая. Да, 56-я. Да. Я бы сейчас трону, как-то.